Всем здравствуйте в это субботнее утро. На часах 8 утра. Поедем сейчас заезжать на очередной объект. Не получается нас снимать за 1-2 дня что-нибудь на ролик насобирать. Поэтому приходится дробить это все дело. Сейчас проведем маленькую корректировку автомобилей на паркинге и поедем. Этот чудесный китайский автомобиль забираем отсюда. А вот этот чудесный французский автомобиль мы забираем отсюда. Так, жди пока. Ох, дизелечек. Сейчас морозы, 4 дня были. Пришлось его на паркинг перегнать. И, к сожалению, в минус 20 дизель не хочет заводиться. Ёлки-палки, визитку забыл убрать. Ладно. Так, это сюда. Стой пока. Ой, а китайца загоняем вот сюда. Все, господа, увидимся сейчас чуть позже. Поедем, заберем Андрея Ринатовича. И уже, наверное, вместе с ним включимся. Мы разгрузились. Два сетромобиля. Здравствуйте, Игорь. Опять со своим йоки-токи ходит. Здравствуйте. Что-то вас давно не было на канале. Инструменты. Что там, документы в машине? А, в нашей, да? Да. Можно подписываться. Только это, Андрюх, ручки у меня там нету. Посмотри в своей этой сумке. А? Файли? Ну, файли, да. Только вот эту бумажечку вытащи, да, серую. Да, все с Андреем Ринатовичем оформит. Здравствуйте. Все как надо. Кого хороним? Тем не менее, на улице холодно. Дома еще холоднее, потому что здесь разорвало отопление. А мы его будем здесь делать. Имеем великолепное старое железо. Жуковский котел. Все как мы любим. Водопровод тоже успешно пошел по одному месту. И тем не менее, мы это все переделаем. Все будет красиво.
Это штука у меня. Кран. ПНДшка? Поменял, да. Он со льдом еще. А все равно вода вышла. Не знаю, будет он живой, нет. Ну, посмотрим по месту. Сорвало это самое. Все равно запускаться будем. Когда мерзнет будет. Ну, сейчас она... Когда отопление есть, она не мерзнет. Ну, понятное дело, да. Когда отопление есть. Сейчас вот... Котел у нас старый вот здесь висел. Ну, можно это переставить. Серебряков, а у вас паспорт есть с собой? Переводите. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте. А я не знаю, меня здесь не было. Здесь Андрей считал. Я рассказываю. Ну, вот могу показать тебе, как бы картина маслом унитаза. Вот это пятно. Кого-то кто-то не дошел. Кто-то промахнулся. Ну что, рассказывайте. Котел. Все верно. Трубы уводим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Извините, вас много. Ремонтировалась труба. Что мы имеем? Что мы имеем? Великолепный огромный диаметр. На вид 80-ка. Который заменял здесь радиаторы. Сейчас Игорь расстроится, когда увидит эту трубу, потому что отрезать ее ему. Игорек! Игорян, поди сюда. Закрой глаза. Как тебе диаметр трубы? Сильно. На глаз.